Друзья, всем привет! Вчера увидел объявление, ну, у нас в Латвии есть группы, как и в любой другой стране, аквариумные. И человечек продавал уже готовый аквариум, у него их штучек несколько, с креветочками. Он креветочек отдельно продавал, но я увидел вот эту красоту и говорю, а можно приобрести сразу вот. Видите, я до конца водичку не долил, потому что я постепенно доливаю. Я этот аквариум слил вот так вот воды и привез. Получается, не травмировал настолько сильно, то есть заново перезапускать я не хотел. Вот мы видим синие креветочки. Если приглядеться, видно. Вот. Очень красивые. У меня есть красные, желтые, а теперь есть и синие. Черные, красные, желтые, синие, черные. Ну, шикарно. Так что, как говорится, кому нужно будет креветки, обращайтесь. В этом аквариуме грелочка стоит, температура 25 градусов. Фильтр с двумя губками. Анубиус, коряшка, криптокарина, растения. Мхи, так называемый, яванский мох. Ну, зовем туда. Сейчас пришел мелкий, смотрит, как снимаю, учится уже мастерству блогерства, так сказать. Да нет, какой блогер? Это так, для души, для разума я вам рассказываю, показываю. Понятно, если бы никто не смотрел, то и нет смысла показывать. А так, вот этот аквариум. Размер аквариума 55 на 45. Высота, мне кажется, 35 у него. Черный грунт. Вода уже стала практически свет. Простые тут стоят диоды. 6 штук. Но интересно в том, что растения-то, главное, растут. А если растут растения, то тогда все идеально. Вот я думаю, ставит ли мне еще отдельно... Не тряси просто, Санька. Ставит ли мне отдельно... Что, Санька? Мамой поедем? Поедем, да. О. Все. С мамой поедем. Ставит ли мне отдельно тут еще компрессор? Вот я думаю. Или посмотрим, долю сверху водички, потому что шланг, видите, стоит. Если продувочка будет, то вполне будет хватать. Тарелочка стоит. Я же вчера таблеточку бросил. Видите, таблеточка улетела. Вот это тут еще синяя креветка. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Вот, видите. Таблеточка улетела. Все потому, что доливаю водички и попала в тарелочку. Ну, ничего страшного. Сейчас скоро креветочки все доедят. Так что, вот, ребят, хотел вам поделиться. Показать свой новый аквариум. Креветочник. Вот именно вот этот аквариум будет только для синих креветок. Никого другого туда я добавлять не буду, чтобы не мешать. И постепенно креветочек для вас буду подращивать. С удовольствием буду вам их обменивать. Или, как говорится, будем с вами делиться. Все, друзья. Всем пока. Спасибо, что смотрите, комментируете. С вами был Чудак и Рыба Монстр. Спасибо за подписку.